Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться буксом, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов и видео зарабатывать денежку. Называется Omni ADS. Работает этот бокс с февраля 2020 года. Администрация из Индии, друзья. Это первый бокс. А новый бокс, они вот, я писала видео, Omni RFPTS. У них даже названия схожие. Вот это новый запущен, а вот этот я только вот недавно, позавчера, по-моему, зарегистрировалась. Значит, работает, платит, все исправно, как бы. Значит, регистрация, друзья, здесь стандартная. Так. Имя. Фамилия, два раза email, username, то есть логин, два раза пароль. Вводим буквенную капчу вот сюда. Ставим сюда галочку, нажимаем регистр. Не помню, вроде мне письмо на почту не приходило, просто пришло приветственное письмо. На всякий случай проверьте почту, я же войду. Ход, как и обычно, по логину и паролю. Так, сейчас войдем. Вот маленькие буквы здесь, заглавные буквы, как бы, я вот маленькие ввела. Сейчас посмотрим, пройдет. Да, прошло все. Загружается шкала, и мы попадем в кабинет. Я вчера просмотрела всю рекламку, и довольно-таки неплохо я и заработала. Посмотрите, 6 центов, да? Минималка на вывод здесь 1 доллар. Я думаю, минималку без вложений набрать тут будет просто. Нажимаем вывод. Здесь, друзья, при выводе мы должны указывать пин-код. Вот здесь у вас будет, вот как вот у меня. И потом вот здесь уже повтор. Шестизначные цифры. Поставлю на паузу, введу пин-код и после вам покажу вывод. Это своего рода такая вот защита. Так, и минимум на вывод 1 доллар. За просмотр рекламы. Тут и видео я вчера просмотрела, и рекламку. Значит, давайте пройдемся сразу тогда уже, раз я начала по шапочке. Значит, это наша домашняя страничка. Вывод ADD фунт. Это добавить. Сейчас посмотрим, можно ли здесь... Да, здесь есть с аккаунта баланса, можно насобирать денежку и как бы пополниться уже из заработанных средств. Минимум 10 центов. Это для тех, кто рекламку будет запускать. Далее, апгрейд. Здесь я пока не буду покупать апгрейд, так как он здесь минимальный апгрейд 6 долларов. Я считаю, что это 5 уже долларов. Вот. И это надо все тут будет изучать. Вот. Понимаем, да? И что-то я не горю желанием пока здесь попробовать из заработанных средств это все сделать. Вот. Можно, как я уже сказала, без вложений неплохо, да? За просмотр рекламки я вчера все просмотрела. 6 центов. Так, апгрейд и вывод. Я вам показала, в вкладочке баннеры находится наша партнерская ссылочка. Ну и баннеры. Вот всевозможные баннеры. И сразу гифка видим. Ну, вот, если надо будет для рекламы. Персональные настройки, друзья. Ставим здесь, это по умолчанию стоит. Сюда тоже галочку «Yes». Прописываем платежные реквизиты. Сюда вставляем пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем «Сохранить». Все стандартно. Далее здесь ничего нам не надо. Значит, здесь будут отображаться наши прямые рефералы. Партнеры. И здесь история. История депозита, история вывода. У меня ничего нет, как, так как я только зарегистрировалась. Ну и просмотр рекламы.
здесь вот рекламировать, это уже по желанию. Я как-то не особо здесь рекламлю, значит, просмотр рекламки и видео. Кликаем. А у меня еще видео как бы нет, потому что я вчера просмотрела. Что тут? Переводим на русский. Записи не найдены. Ну, бог с ним. Появится. Я вчера просматривала видео. Значит, там кликните, пойдет тут вверху таймер, пройдет отсчет и нам зачет. Значит, VIF ADS просмотр кошелинок. И здесь все просто. Давайте какую-нибудь. Они здесь все одинаковые по цене. Вот, коротенькую. Ну, тоже все стандартно. Ждем, загружается шкала. Выбираем перевертыш. И нам зачет. Все, выбираем перевертыш. Все, эту рекламку мы просмотрели. Возвращаемся. Стала бледненькой. И здесь рекламки более чем достаточно. Я не хочу сказать, что ее тут очень много, но и немало. Нормально. Вот. Ну, в принципе, это все. Вот. Генеральная статистика. Здесь вот это по рекламе. Здесь у меня нет ничего. Ну и история тут. Вот. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Не интересно, не заходим и не зарабатываем. Всем удачи, больших заработков. Минималку наберу. Обязательно проверю на вывод и запишу видео. И что еще я забыла вам сказать, друзья, вот здесь форум. Обязательно зайдите и переведите, вот нажимаете вот на этот значок и переводите на русский. И читайте новости, подтверждения платежей. Вот сегодня люди здесь выводят стабильно, ровненько. Так, история успеха, ну, в общем, различные, в общем, как бы здесь всего информации много. До новых встреч!